Основная столовая бочка с медом. У нас, смотрите, борщ супа 25 гривен, это 1 доллар. Пюре 21, фри, тефтеля, сосиска 15, салат 18. В принципе, цены доступные. Внутрь заходить не буду, таких заведений здесь, в принципе, много. Есть чебуреки. Очень вкусные рогалики. Беляши, пирожки по 20 гривен. Картошка, капуста, брынза 15. Трубочка 20. В общем, смотрите цены сами. И таких, в принципе, вот чебуречных и столовых. Кстати, работает... А, это магазин. 24 часа в сутки. Есть вот такие чебуреки с мясом и брынзой. Они по 25. Но они реально огромные. Дальше давайте пробежимся. Есть магазин фирменный разливных вин. Здесь супермаркет, мы уже туда не пойдем. Вот у нас всякая рыбка копченая, сухая. Прям куры потроха. Тут же фрукты. Свежее мясо. Странное сочетание продуктов. Шашлык 180. Мясо 180-150. Ну, стоят люди, покупают. Я тебе с утра звонила. Арбузы, кстати, по 5 гривен. Дыня 12-15. Подошли к вот такому кафе «Соль». И примерно хочу вам показать, что почем. А вы там уже через паузу смотрите. Центр Затоки. Да, это самый центр. Ну, борщ 45 гривен, но это меньше 2 долларов даже. В Киеве таких цен нету. Гораздо все выше, чем здесь. Больше, чем в 2 раза дешевле, чем в Киеве. Креветки, селедочка. В общем, сами все видите. Ну, спиртное тут я не вижу. Наверное, это отдельно. И мы идем дальше. А почем виноградик ваш? Вот этот самый сладкий. 25 гривен. А это без этого, без костей? С костями. Виноград 25. Здесь у нас арахис. Литровая баночка 25 гривен. И вот такой базарчик. Естественно, у нас вареная кукуруза. Здравствуйте. 10 гривен штучка. Креветочка у нас черноморская по 25. Крупная по 28 и 35. Есть тропаны. Это цена за 100 грамм? Да. Цена за 100 грамм 35 гривен. А 100 грамм это примерно? Они тяжелые, нет? Что? Тропаны. Да. Не, они не очень тяжелые. То есть это приличная порция, да? Ну, такое. Ну, хватит. Спасибочки. Фрукты, овощи, ребята, смотрите. Кому интересно, потом быстро пробегусь. А слева всякие вина, рыбы. Ну, давай посмотрим. А где цены ваши? Где ваши цены? Что почем? Сухой 60. Все остальное по 70. Полусладкое, сладкое, десертное. Попробуем? Ничего нет. А сухое дадите попробовать? Сухое красное или белое? Белое. Белое. Это вы все снимаете? Да. Да. Вам реклама. Нам. Если нам понравится. Да, если нам понравится. Да, я думаю, понравится. Плохое вино крайне редкое мы пробовали. Да, зачем? Тем более обычно продают плохое где-то на трассе, а не на точке. Шардоне. Шардоне. Шардоне пробуй. Единственное, что я имею. Из белого. Это 60 гривен литр, да? Ох, ну, сухое. Чуть-чуть. Не, хорошее. Знаю, на выходе. Что-то послаще? Не-не-не, мы только сухое. Вау, ребята. Купаж четкое. В общем, сейчас, ребятки, прикупим вино, пойдем дальше. Ребята, есть вот такой вот здесь базарчик. Мы только что в нем походили. И обзор видео вы можете увидеть на нашем канале. А мы продолжаем обозревать еду.
Что почем? Вот уже, кстати, выстроилась очередь. Мы хотим купить рапанов, креветочку. Рапаны какие? Смотрите, рапанчики 35 гривен за 100 грамм. Мидии по 30, креветка 25-30. И увидела вот я еще одну такую торговую палаточку с мидиями, раками, тюлечкой, рапанами. Цены вы видите. В принципе, они везде практически одинаковые. А еще вот есть жареная рыбка. Не видела еще такие точки. Здравствуйте. А почем рыбка ваша? Можно я сниму? Люди интересуются ценами затоки на еду. Дай посмотрят. Спасибо. И вот такую рыбку можете купить. Спасибо. В общем, не все хотят сниматься или показывать цены. А я и увидела еще вот такую вот точку. Это пахлава, трубочки и кукуруза. Трубочки по 10, кукуруза по 10. И нашли мы бочку с квасом. Очень необычно ее увидеть, потому что в Киеве такие бочки уже пару лет как отменили. У вас технику всю уже военную. А, это военная бочка? Нет, не военная, но я уже даже военную технику всю отменила. Что, непонятно? Давайте цены посмотрим. Квас у нас стакан 10 гривен. Это вот такой маленький. Бокальчик 20 гривен. И литр 40 гривен. Спасибо. Давай маленький попробуем. Можно арахис купить. Маленький дайте. Сколько стоит маленький? 10. И мы берем квас. Ну, цвет, конечно, у него такой мутноватый. Ну, это ж квас. Давай отойдем. Не знаю, я не поклонник кваса, может быть. Он вкусный, но не мое. В принципе, неплохой квас, ребята. Блин, этого вкуса уже сколько лет не чувствовали мы в бочках. Сейчас совершенно другой квас. Так что, ребятки, вот такая вот уличная еда в Затоке. И кому квас нравится бочковой, ребята? Пишите. Пишите, нравится вам бочковой квас или нет. И мы погнали дальше. Виноград. А сколько стоит виноград? От 40 гривен и до 70. 40-70 очень гривен. Очень много сортов. Спасибо большое. Это домашний виноград. Да, видно, что не заводской. Не, ну видно, что те заводские вот такие. Здесь у нас тараночка. Бычки, естественно. И чурчхела. А скажите что-нибудь о грецких? Очередная порция морепродуктов. Цены смотрите. 70-45. Кстати, здесь уже дороже. Чем дальше от выхода, тем дороже. Филе кальмара. Тунец. Я понимаю, отсвечивает стекло витрина. Но, тем не менее, что-то можно рассмотреть. Осьминожки по 120. И куча-куча мидий и рапанов. Спасибо. Вот такие, это специи? Да. Красиво упакованы. Ребята, на подарки можете купить специи. Разные-разные. А сколько стоят вот такие вот, допустим? Это 70, такие по 50. 70-50 гривен. Да. В принципе, можно собрать любую баночку, какую вы хотите. Вон там их насыпают. Спасибо. Ну, здесь у нас бегло проскочу. Красиво так раскладывают креветочки. Все красиво. Да, красиво.
И чурчхела здесь по 30 гривен. Довольно крупная, кстати. Чурчхела лучше. На карагате. Тут у нас рыбка. В принципе, мы ее видели на рынке. А рыба? 100 грамм это сколько? Бычков примерно. 100 грамм, сколько бычков? Да, и также уличная еда, зато и без шаурмы. Цены показываю вам. Стандартная 80 гривен стоит. Куры гриль даже есть, честно говоря, не помню, когда их ела последний раз. По 180. Куры гриль, когда мы ели последний раз? Вон они. 90-х, наверное. Жарятся. Да, давно. С ними шаурму, шаурму. Да, я сняла. И также здесь, смотрите, красиво раскладывают специи. Напиши все эти. Здесь у нас очередная забивалочка. Куриный гриль, хот-догами, картошкой фри. Здесь, кстати, лапша. Вот так вот зажаривают вам курочек. И вот смотрите, цены 20, 25, 35, 45. За 0,5, наверное, да? Да, бокал. Вино. Ну и даже делают коктейльчики. 60-70 гривен. Есть и по 40. Очень даже приемлемая цена. Мороженка. Цена. Цена. Молочный коктейль есть 29 гривен и 49. Мороженое по 20 за один шарик. Беляши. Пирожки, сосиски в тесте. Боже, как давно мы этого не ели. На курортах, наверное, наших это самая такая еда продвинутая. Быстро. Идем на пляж. Дыни, арбузы. Вот можно прямо купить уже нарезанную. Опять жареный арахис. Или покушать вот в нормальном каком-то бургерсе заведении. Вот такие вот заведения, да, со всякими, да, ребята, тут голодными хачапурями, не самса, попкорн даже можно взять. И здесь пошла зона вообще. Это дорога к пляжу. И здесь зона еды. Сплошной фудкор. Шашлыки на мангале. Стейк из лосося 250 гривен, 10 долларов. Скумбрия 100. Шаурма, мороженое. Все, что вашей душе угодно. Красивый такой, да, холодильник? Да, прикольно. Кстати, тут мороженое в стаканчиках прямо, как наш раньше продавали. Бумажных? И вафельных, и в бумажных, да. Офигеть, я такого на обратном пути, может, куплю. Если жарко будет. Пахлава кукуруза, пахлава 20, кукурузка по 10. Сравним с ценами на лонжероне. Кукуруза сколько? А мы там разве покупали ее? Мы не покупали, спрашивали. По-моему, гривен 20. По-моему, 20, да. Ну, это Одесса. А тут затока. Ребята, посмотрите, какая шаурма. На обратном пути. Лучше вечером придите. Да, еще да, больше будет. Вот такая вот, весом 150 килограмм. До 12 ночи расходится, то есть за день. Цены 70, 75, 80. Ну такая не маленькая, вон ребятам жарят. Ребята, здесь мы можем покушать булочки, выпить чаю. Смотрите, покажу вам цены. Роллы с брынзой, ролики, или что это, роллини, шарлотки, круассанчики, сосиска в тесте 25, это доллар. И нашла вот такую вот пиццерию, она наверху, скорее всего, а здесь у нас вот такая кофейня. И смотрим, что мы можем здесь купить. Десерты, конечно, красивые. 30 гривен любой кусочек торта. Пироженки, корзинки, трубочки.
покажу. Картошка. Вот один спартак. А вот безе, смотрите, какое огромное. Макарунчики. Все очень аппетитно и красиво. Так, ребята. А, еще смотрите, покажу вам. Это беляши, наверное, или пирожки. 15 гривен. Картошка, капуста, брынза, печень. Отсвечивает. Беляши, сосиска в тесте. Пекут, скорее всего, прямо тут. И это, ребята, была уличная еда в Затоке. Давайте с нами, пишите комментарии, чем вы питаетесь, когда отдыхаете в курортных таких городках. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и Инстаграм. Всем пока!